Всем привет! Сегодня тест. Тестируем винтовку от фирмы Sabaty, а именно Hunter Competition с длиной ствола 610 мм в 308 калибре, шаг нарезов 11. Тестировать будем мы на 100 метров, попытаемся попасть на 100 метров. В общем, стрелять будем нормой, матчевым патроном, вес пули 190 грейн. Все, давайте приступим. Три патрона, мишень 100 метров, Hunter Competition. Что хочешь сказать про эту винтовку? Винтовка на самом деле очень замечательно легла. Помогает очень регулируемый вот этот гребень, регулируемый щека. И огромный плюс то, что здесь, например, когда патроны закончились, ты спокойно берешь просто-напросто, патрон закидываешь в окно, и у тебя питание сладка идет. Не вынимая магазин, ничего, в принципе, вот для каких-то добивок, да, там, или для добивок, или вот не хватило вот именно одного патрона. На самом деле очень удобно. Болт кноп у затвора выполнен также, он монолитный вместе со стеблем затвора, и он чуть-чуть увеличенной формы. На самом деле удобно, ничто не царапает, и затвор полностью управляемый. Два боевых упора, классическая в принципе компоновка, но вот мультирадиусная нарезка или мультирадиальная нарезка, она сама по себе очень интересна в том плане, как вот на этом стволе, в том плане, что очень просто ее чистить, нету таких труднодоступных мест, как у обычного нарезного ствола. И со временем эта нарезка, она как бы срабатывает, только, грубо говоря, становится лучше. Но если, конечно, правильно будете чистить, ухаживать, проводить какие-то обкатки, то будет вообще служить и служить. Так, давайте посмотрим, на что мы тут не стреляли. В общем, у меня произошел небольшой отрыв. Вот это, скорее всего, дернул. Вот между самым минимальным отрывом это у нас 9 миллиметров. Максимум у нас здесь 60 миллиметров. Но мне кажется, я просто-напросто сорвал. Очень неплохие результаты. Мне очень нравится. Для охоты этот карабин можно позиционировать вообще легко. И для каких-то легких таких занятий спортингом. В общем, карабин удобный, легко настраивать. Это был отстрел, тест Sabaty Hunter Competition 308. Всем пока!